Тебе все подсосывал, все подсосывал. Володь, ты пониже не можешь? Да? Представь, что едят глухонемые, и так же вы наелись, я слуга глухонемая, ни одного бы слова не сказали. У нас в коридоре пройти обязательно уже шарик по стене, а люди родились до смерти, никогда не видели света. Известный коридор там не может пройти. Чакнула, пошла, в 3 часа после нее свет горит, не выключили. Я вот что хотел сказать. Есть притчи большие в Евангелии, а есть притчи очень маленькие. Но не каждый знает самую короткую притчу Христа. А вам легко ее запомнить, потому что это относится к сестрам. Царство небесное подобно закваске, которую взяла женщина и положила 3 меры муки, доколе не скисло все, точка. Матфея 13:33. Самая короткая притча и самая непонятная, кажется. Кого не спросишь, а разве так написано? Ну вот закваска. Ну ты же хлеб стряпала. Ну можно это узнать, запомнить. Я буду называть фамилии. Скажите, фамилия Хрущев, Сталин вам известны? А они сыграли отрицательную роль для церкви. Но такой был Иван Петрович Панин. Поднимите руку, кто слышал о нем, знает. Так, совсем мало. Если бы вы читали, вот у нас это написано во втором томе.